В свои 20 я была дерзкой на поворотах. Обожала каре и мальчика с ирокезом. Иногда возвращалась домой на автопилоте и короткие платья предпочитала комбезом. 21-й ДР хотелось бы, но не вспомнить. Леопард и текила – те еще компаньоны. А потом моя жизнь перевернулась в корне, показав наглядно топовые законы. Мы в ответе за тех, кого приручить успели. Смерть придет и заберет у тебя всех важных. Пропадет при переходе от слова к делу очень много из тех, кого встретишь ты однажды. На других не надейся. Знай своим чувствам цену, обходи стороной отчаянных и ненужных. В 22 депрессия, все, что текло по венам. В 23 все стало намного, намного хуже. Было много иронии, много священных книжек. Я мечтала о Мышкине, Геральте и Живаго, но сама выбирала усердно плохих мальчишек, отыскать безуспешно, пытаясь в них свет и благо. В 25 я отчаялась верить в добро и небо, закопала поглубже все проявления эмоций. Я работала, словно вол, за буханку хлеба и надолго погрязла в этом гнилом болотце. Боль сменяла стабильно все, чего мне хотелось. Приходило отчаяние, комом сжимая горло, и чем дальше, тем все слабее в душе мне пелось, будто в сердце все глубже и глубже врезали сверла. 26 я встречала тихо в своей постели и уже ни о чем. Ни о чем не просила Бога. Мы в ответе за тех, кого приручить успели. Кто ж в ответе за нас? И насколько ответных много? В 26,5 карточный домик рухнул. Сердце вышло из комы, найдя для себя обитель. Мне свалилось на голову счастье в режиме Ктулху. И осталось звучать во мне на сплошном репите. В декабре 27. Я тиха, как индийская гавань. Знаю цену всему, что за годы со мной случилось. И не то, чтоб я скучала по тем временам, но я им благодарна за то, что все так сложилось.